На конкурс «Дети читают стихи» гимназия номер 21 города Казани, дошкольное отделение. Читает Литвинюк Антон, 6 лет. Стихотворение Юрия Кушака «Встреча». Всю ночь хохочет филин и прячется тропа. Всю ночь лесу друг другу искали два гриба. Ау, откликнись, братец, аукались они. В траве теряли шляпы и стукались об ней. То свалятся в берлогу на спящих медвежат, то муравейник лезут, хозяев сполошат, то ежик, то крапива, то корни на пути. Им ни за что на свете друг другу не найти. Один под елкой плакал, другой грустил у пня, но встретились два братца в корзинке у меня.